В одном селенье на краю был домик с садом, как в раю. Там проживал отец и сын, на двух делях хлеб и камин. Имели гордость галерею картин Ван Гога, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо, других. Но стих вот этот не о них, а о войне, что в край пришла и сына вечной забрала. На полный рост, закрыв собой, он друга спас на поле боя и словно птица в ту сторонку к отцу влетела похоронка, неся с собой печаль и муку, непоправимую разлуку с сыном, которого любил. Потускло все, чем раньше жил. Но вот к отцу зимой однажды военный постучался дважды, сказал, что воевал он с сыном. И вот отцу принес картину. Отец на полотно смотрел и видел сына в 20 лет. Его глаза до боли схожи, портрет отцу стал все дороже. И прежде, чем вести к камину гостей, он вел к портрету сына. И вот отец печалью ранен, завет составил, умирая. Аукцион был первым делом, созвав богатых, сильных, смелых. Предложено купить картины, и начались портрета сына. У стол ударил молоток, призвал к торгу всех знавших толк. Просили 300, 200, 100. На стук не отвечал никто. Ведущий вышел наперед. $100. Ну, кто дает? Купите сына. Вот, берите. Но зал кричал: других несите. Дороже есть у вас картины. И уберите портрет сына. И вдруг с последних мест отозвался садовник, что у отца трудился. За $10 куплю. Все, что имею, отдаю. Прекрасно, 10, больше кто? Но сына не хотел никто. Все продано, слова звучали. Давай коллекцию, кричали. Садовник, сына забери. Богатые с него смеялись. И вдруг замолкли, сбившись с толку. Ведущий молоток на полку положил и лист достав, сказал: как видите, аукцион окончен, сын посвящен. Теперь совет отца читаю. Я все именье завещаю тому, кто примет портрет сына. Сегодня схожая картина вселенной даром дарят сына, того, кто всех людей спасает и царство Божье обещает. Но как на том аукционе ответ звучит в простом жаргоне: зачем нам сын? Давай другое, хотим веселья и покоя, а сына пусть возьмет садовник, больной или бедный, или плотник. Отец небесных умоляет: примите сына. Сын спасает, но вновь, как прежде, есть ответ. Не нужен сына нам портрет. Последний раз бьет молоток, последний раз звучит звонок, последний раз всем возвещая о том, что есть дорога к краю и что наследство есть в картине тому, кто в сердце примет сына.